Правительство мучительно ищет выход. И мы обязательно его найдем. Обязательно. Так мужики говорят, есть два выхода. Ну-ну. Один фантастический, другой реалистический. Так-так. Реалистический — это дождаться, когда прилетят к нам гуменоиды и поднимут нас на ноги. А фантастический? А фантастический — это самим вставать на ноги. Под вашим руководством. Какой неблагодарный все-таки у нас народ.